Что ж, Роджер Юджин, вы понимаете, что вы натворили? Не хотите мне ничего сказать? Точно не хотите? Юджин, чего ты пялишься в свой телефон? А, стресс снимаешь, да? Стресс снимаешь. До сих пор прийти в себя не можешь от того, что ты натворил. Хотя нет, Юджин, натворил не только ты, натворил Роджер. И я. Вы понимаете, что из-за ваших действий втроем, все мы втроем оказались в глубокой заднице. Да еще и с трупом в багажнике. Не хотите ничего мне сказать сейчас в свое оправдание, да? Ничего не хотите сказать, а? Вы ничего не хотите сказать, да? А я сейчас скажу, потому что я могу и должен вам это сказать. У нас была цель найти самую лучшую шлюху во всей Москве. Самую лучшую, самой мокрой кисулей, которую только можно найти в Москве. Самую красивую, самую дорогую. И это была самая интересная, не совсем наша шлюха. У нас есть заказчик. Заказчик попросил самую лучшую шлюху во всей Москве. И мы должны были ее доставить. Что такого? Что такого? Что в этом сложного? Просто доставить. Мы ее нашли. И мы ее должны были просто доставить на место. Что пошло, черт возьми, не так? Что пошло, черт возьми, не так? А я вам скажу сейчас. Я вам скажу, что пошло не так. Сейчас вам быстренько расскажу, что пошло не так. Юджин захотел... Да, Юджин, ты слушай внимательно сейчас. Ты захотел ее трахнуть за чужой счет. Трахнуть за счет нашего клиента. Ты понимаешь, Юджин, что с такие моменты свои желания нужно было поберечь в сторонку? Да, Юджин, ты хотел обхитрить, перехитрить, но ничего не вышло. Ну да ладно, ты мог просто ее трахнуть и забыть, но нет. Ты начал ее душить своими руками, желая приобрести себе побольше удовольствия. Да, на кой черт, Юджин, ты начал ее душить? Объясни мне, на кой черт? И что в итоге ты ее передушил? И я такой вхожу, она, ты, значит, на ней лежишь, а она уже вся синяя и мертвая. Ты понимаешь, что ты, черт возьми, натворил, Юджин? И самое главное, мало того, что ты натворил, ты еще затащил нас вдвоем с Роджером в эту задницу. Мы в огромной заднице. Мы в такой глубокой заднице, что самая глубокая из самых глубоких задниц всех задниц перезадниц. Да. И теперь нам всем грозит еще большая задница, чем та задница, в которой мы сейчас оказались. Потому что эта шлюха, черт возьми, в багажнике лежит. Мертвая. У нас мертвая шлюха в багажнике. И что нам с ней делать? Более того, она была самой лучшей, самой красивой шлюхой во всей Москве. И мы ее убили. Хотя нет, убил ты ее, Юджин. Ладно. В общем, сейчас мы везем эту шлюху, топим в какой-нибудь речке-говнотечке, возвращаемся к клиенту и возвращаем ему все до последней копейки. Все до последней копейки возвращаем нашему клиенту. Возвращаем, значит, и забываем про эту историю. Все, ясно? Я ясно выразился! Все, едем. Дай бог нам здоровья.